Добрый день, с вами Руслан Терехов, и сегодня у нас 6 июля 2022 года, и мы на маленьком огородике Елены Тереховой. Назовем это видео клематис, это будет любимый мамин цветок, она вот сажала, занималась этим клематисом. Покажем, здесь вот перед домом он такой не особо огромный, да? Здесь буквально пара у нас цветочков клематиса. Но здесь вот пониже они так тоже в цвет вроде пошли. Уже некоторые даже, наверное, и отцветают. А вот в саду им очень прям понравилось. И они прям очень активно растут. Сейчас чуть-чуть сюда завернем. Вот здесь буквально у нас пару цветов клематиса, да? А в саду они прям, можно сказать, бушуют. Ну что у нас тут нового? Налетели тоже скворцы, съели всю вишню. Вот мы сделали такое укрытие своеобразное. Скоро можно будет убирать уже лук, вот который я тут забила. Вместо лука будет у нас дайкон. Фасолька тоже потихоньку растет. Но основная тема — это клематис. Сейчас я до него доберусь, покажу. Клематис, конечно, растет. Похолодало. Было до этого у нас жара плюс 30-32. Сегодня наконец-то около 20 градусов. Чуть-чуть вот тучки пришли. Как говорится, наконец-то уже жара просто достала. Эта жара. Жара — это, конечно, хорошо, но очень много надо поливать. Так, ну и сейчас я вам покажу мамину гордость, мамину радость. Этот клематис. Вот его тут. Этого клематиса очень много, и он как-то так хорошо в этом году попер, не знаю, у мамы, мне кажется, он не так сильно рос. Вот клематис, все спрашивали, как он поживает. Поживает неплохо. Здесь вот у нас клематис, потом я сейчас и вторую опору тоже покажу. Очень как бы он так взялся. Но мы каждый день 2 10-литровые лейки выливаем, да? Еще какие-то мелкие цветочки. Вот еще тут клематис, да? С этой стороны сейчас заверну, покажу. Тут тоже... Не упасть, тут камушки у нас разложены. Так. С этой стороны тоже у нас тут целая аллея клематиса. Здесь вот лилия пошла, да? Так, где тут пройти? Так вот можно пройти, показать. Клематиса тут очень и очень много. Да, мама бы радовалась. Тут у нас получается розовый клематис, да? А здесь такой вот какой-то маленький красненький еще. Так, что еще? Кабачок вроде с тыквой. Нет, тыква, не знаю, кабачок вроде чуть взялся. Чернику, голубику мы укрыли ваткой, потому что птицы в момент обобьют. С этой стороны пройдем, покажем еще. Раз уж у нас клематис, показываем клематис. Вот сколько клематиса. Тут вот есть такой темно-сине-фиолетовый. Да? И в основном вот этот вот такой нежно-фиолетовый. И много его тут, конечно, очень много. Паутинка. Вот с самого низа он цветет, да. Ну, в общем, бутоны надо, вот, говорю, Настя говорит, покажи клематис. Ну вот показываю, и он до самого верха прям заплетает. Вот посмотрите, сколько много тут этого клематиса. Вот такая вот тут гора, да. Так, зайдем с той стороны, покажем. Ну, здесь у нас что, флоксы около яблони. Здесь вот поле картофеля. Поле 2 на 2 метра, блин, да, поле. Если это назвать полем, реально 2 на 2 метра. Так, и вот с этой стороны клематиса просто много. В этом году, видать, очень жарко, и плюс много поливали, и поэтому он так хорошо и растет. Кругом одна паутина, тут не пройти, надо прочищать.
Да. Мама бы радовалась. Так, ну что, в эту сторону пройдем показать. Тут по краю у меня кое-где уже взялась фасоль. Она заплетает, растет, да? Жимолость, два кустика. Ну, они есть, но ягод нету, да? Потом, значит, малина, то, что тогда у соседки я в апреле брал. Малина вроде взялась, может быть, даже осенью что-то и будет. Эту малину мы планируем немножко очернить и подубрать, которая кустом большим растет, да, чтобы тут она чернику не забивала. Ну вот, на удивление, говорю, вот эти, которые слабые были, кабачки, вроде бы что-то взялось, да. Чуть-чуть там. Это вот то, что я уже, получается, семечки досаживал, да. Да, это вот то, что семечки, это оно пошло. Вот флоксы, да. Ну, флокс еще не цветет. Но скоро будет. Сорняки, конечно, лезут. Так, ну давайте в ту сторону еще чуть-чуть пройдем. Да, флоксов тут много. Мы флоксы не убирали. Морковку тут, конечно, то, что у меня не было, она в перемешку со свеклой и с сорняком еще с чем-то это особо не полю. Но надо бы. Тут просто с этой поливкой столько воды надо было, что уже не до прополок было. В день, сколько мы с отцом поливали, сейчас скажу. Две 200-литровые бочки на работе. Это 400 литров. А дома 200 литров в ванну. Вот это ли сколько, на 180, да? Плюс еще 2-3 бочки, ну тоже по 300 литров. И плюс автоматические поливалки. Так, что у нас тут? Вот тут у нас медведка сожрала мне горошек, да? Видно, он совсем завял. Но горошек, я думаю, завтра уже буду начинать снимать. Может, завтра будет и видео. Потому что горошек вроде... Ну, стручки вроде как налились. Можно будет, наверное, что-то даже и снять. Что-то борт пододвинул. Так. Отец тоже занимается хорошо этой теплицей. Что мы с Настей это посадили, распикировали и посадили в теплицу. А папа уже ухаживал дальше за помидорками, с томатиками. И уже помидорки вроде как кое-какие зелененькие есть, да? Вот я 1,88 м, и некоторые томаты, вот, например, вот этот, он даже выше, чем я, он уже под 1,90 м. Ну, с помидорами тут что-то папа прорядил. Помидорами папа занимается. Так, по перцам. Перцы вроде бы уже начали цвести. Уже цветочки маленькие. Ну, значит, через пару месяцев должны быть плоды. По теплице вроде все по-старому. Котик пришел со всески. Минти, минти, минти. Ушел котик. Так, это мы прикроем. Вот. Так, что еще тут? Салатик, не салатик, свеколка. Ну, медведка, конечно, пожрала очень много свеклы. Но что-то да выживет, да? Жду 20 число июля. Получается еще 14 дней. Вот это место, где у меня за теплицей все там бурьяном заросло, да? Я с Фокином там все это прочищу. И буду там опять редис сажать, наверное. Что у мельницы у меня места нету. Так. Клематис, кстати, вот еще у нас клематис, да? Ну, к этому клематису мы вернемся. Я, наверное, чуть еще салатик покажу. Ну, вот салатик. Тут с краю еще Настя посадила немножко мяты. На чай или что он там с ней хочет делать, да? Показать, вот тут мята у нас растет. Ну, салатик курочкам даем, сами едим. Понемножечку. Ну, давайте сейчас калитку прикроем. Там сделал маленький забег для Собакина, чтобы Собакин тут бегал.
И то пришла соседская такса и нашу чупу схватила за спину. Вот, вот и заборчики, да? Так, закрыл, закрыл. Ладно, так, показываю еще клематис, да? С чупой все в порядке. Не сильно цапнули ее. Так, вот клематис. Этот такой тоже получается больше, наверное, к розоватому. А этот больше вот к фиолетовому. Клематисы. Ну и сейчас панорама на огород. У соседа вон флоксы растут. Очень даже хорошо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Сажайте и получайте хорошие урожаи. Всем спасибо и до скорых встреч.